Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ, и сегодня я сниму проект, который называется «Мама, купи мне пони». Давайте начинать. Так, ага, да, появились новинки, платья. Надо подруге отправить по скайпу. Ага, привет, привет, да. Да, я как раз нашла ту сумочку. Ой, ты не представляешь, какая она красивая. Мама сказала, мне ее, может быть, купит, когда в магазин пойдет. Я сама не буду ходить в магазин. Я буду переписываться с моим другом. Как ты помнишь, да. Это же лучший способ проводить время. Да. Ну ладно, пока. Что ты делаешь, сестра? Ничего. Себе? Не надо это узнать. Ну, пожалуйста, сестра. Ой, хоть ты и младше, я не должна тебе везде уступать и все показывать. Иди поиграй в пони своих. Малолетняя девочка. Очень малолетняя. Ну и что? Зато у меня вот такая красивая пони есть. Не глупи, тебе уже... 13 лет, а ты играешь в пони. Мне 16, в отличие от некоторых. Надо другими вещами заниматься сейчас. Ну и что? Я хочу в пони играть, вот такие красивые. Я собираю коллекцию, у меня их очень много. Конечно, одна. Ха-ха. Очень смешно. Тебе их мама даже не будет покупать. Будет. Так, девочки, что за ссоры, я не поняла. Кризи. Что, мама? Это она. Пристает ко мне с пони своими. О, но она их любит. Да? Ой, радуга. Да, я их люблю. А она говорит, что это для малолетних. Ну, вообще-то да, но тебе всего 13 лет, так что это простительно. Мы сейчас, кстати, идем в магазин. Ты пойдешь, Кризи? Нет, мама. А ты? Да, пойду. А, мама, мама, а если ты пойдешь, купи мне вот эту сумочку, смотри. Ой, давай посмотрю. Хорошо. Еще шляпку, как у Дэш. У Радуги. Да, да. У Радуги. Ой. Хорошо? Ладно. Пойдем, доченька. А можно я Радуги возьму? Нет. А то подумают, как будто ты ее украла из магазина. Хорошо. Пойдем, мамочка, пойдем. Ого, какой огромный магазин, мама. Я не видела, чтобы магазин был таким огромным. Ой, тут можно даже потеряться. Ну да, наверное, тут можно потеряться. Ой, тут какие платья, я иду посмотрю. А ты можешь посмотреть своих пони. Пони, ура! Да, пойдем. Ой, я пошла. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, какие пони, все редкие, ура! Так, чудо-молния, вау! Наверное, мама мне не разрешит. Я попрошу у нее, пойду. А кассирш, продавец, да-да, кассирш, это ведь. Можете подойти? А, да, конечно. А, скажите, у вас платье это одно осталось? Да, единственное. Можете примерить его. А, да, сейчас его примерю. Мама, мама. Да-да, доченька, что случилось? Можно эту пони? Пожалуйста, можно? Ну, смотря сколько она стоит. Она стоит 500 рублей. Ну, я даже не знаю. Ну, если 500... Ну ладно, бери, а я пока померю платье. Так, оно мне идеально идет. Так, беру это платье. Так, платье возьму. Мама, можно я еще одну пони посмотрю? Только последнюю, все. Так, я еще очень хочу вот эту Applejack. Вот эту блестящую Applejack. Вот эту Applejack еще. Хорошо, доченька. А, да, я Крис обещала Кризе нашей шляпку.
Вот шляпочка. Потом, что я еще взяла? А, сумка. Вот, как раз осталась та сумка, которую она хотела. Вот, шарфик возьму я еще себе. Потом, чтобы взять себе... Вот в этой коробочке что там есть. Коробочка, открывайся. Что это? Да, коробочка. Что там не может? А, наверное, в самом деле в коробку вещи. Вот я это возьму. А тут этот подочек. Возьму вот эту коробочку с сюрпризом. Так, ну, в принципе, все. Пойдем на кассу, дочка. А, нет, еще. Вот это хотел взять. Пойдем. Ну, можно я еще пони две возьму? Там только две осталось. Доченька, нет. У тебя и так много. Одна? Ну, да. Ну, ладно, возьми еще одну какую-нибудь пони. Быстрее иди. У меня нет вот этой пони. Все. Все, пойдем. Нет, стой, мама, пожалуйста, можно тут, пожалуйста? Нет, 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 и так получается уже 1500 на твои пони потратим. Ну, пожалуйста. Ну, ладно, бери, только это последний раз, когда я тебе беру так много пони. Хорошо, мамочка, пойдем на кассу. Пойдем на кассу. Здравствуйте, а, да, здравствуйте. Ой, нам вот это все пробите. А сюрприз, он бесплатно? Да, сюрприз, это вам пик бесплатно. Вот. Сейчас вы его так понесете или как? Ну, я его в руках, в копытах принесу. Остальное все сложить. Хорошо. Сдык. Сдык. Простите. Сдык. 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 Так. Все. С вас 4000. А, 5000. 5000, ну ладно, держите. Ну, это, кстати, вам сложить это все. Ну, мы сами сейчас сложим все это так. Давай быстрее. Радуга, давай, положи своих поняшей, и как они там называются. Это чудо-молнии, как они там. Ложи шапочку. Ой, наша сумочка уже переполнена. Ладно, пойдем, да? Спасибо за покупку, до свидания. Да, до свидания. До свидания. Ой. Пришли домой. Так, Крис, привет. А, да, мам, привет. Ты... А, кстати, вот твоя шляпочка. Да, она идеальна. Это та, которую я хотела. А, вот там в подарок дали это тебе вот такой ободочек. Вот. Да, сейчас коробочку я заберу. И вот та сумочка, да, вот это все, что мне было нужно. Спасибо, мам. Так, пожалуйста. И это все нашей. И это все для нее, вот эти пони. Господи, я хотя бы заказала маме всего-то там сумочку и шляпку. Ну, ты же знаешь, она тем поменьше. Да, мам, я знаю, ну все, давай, мам, я занята. Так, ну иди, я тоже там сейчас возьму свои вещи. Кстати, пойду, ладно. Я пока расставлю своих пони. Это сюда. Вот это сюда. И это сюда, пони. Сейчас кидаю сюрприз чуть-чуть. И вот этого сюда. У меня уже два мальчика и три девочки, пони. Ура! У девочек моих такого нет. Ой, какие красивые у меня пони. Да, красивые пони. Ну, хотя я сама их люблю, так что да. Ну да, хорошая была прогулка по магазину. Всем пока! Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и смотрите мои видео. Всем пока-пока!